спохватились. Не впустят Грахма. Тихо, дурень. Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Начинай! Займись мушевыживанием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахам! Господин мой, мужики ворвались в башню. Только золото! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты? Ты кто? Наверху башни. Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Ха. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой.
кстати, отличная. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Не надо меня бояться. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александер. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найду. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я... Я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить.
Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты другая. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... Кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Наверное, ты прав. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. Я любила его. Я готова его простить. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Я поговорю с Грахом. Он живет в деревушке на берегу озера. Но вдруг он забыл обо мне. Если он тебя любил, то наверняка захочет тебе помочь. Он говорил, что всегда будет меня любить. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло.
сейчас не будет такой заносчивой. Аэн Медете, эсто атаэс нюдиграф. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, Одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочкой простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице. Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне слуги в башне ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я думал, мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. И она отравилась. Маг ей, видать, яд удал. Я выбежал из башни. Орал, что хочу умереть. Проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял. Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но это значит, разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы. И крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Понимаю, ты чувствуешь себя виноватым, но ты не мог знать, что это не яд. Боги, что я наделал? Если бы я остался, чтобы ее похоронить, я бы заметил, что она жива. Все могло окончиться хорошо. Ты не выжил бы на острове. Лучше бы я умер, чем оставлять ее крысам. А теперь я уже ничего не могу для нее сделать. Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. Ее душа не обретет покоя, если ты ей не поможешь. Но что я могу сделать? Уже слишком поздно. Аннабель должен проводить кто-то, кто ее любил. Только так можно снять проклятие, нависшее над Коломницей. Это ее кости? Да. Дай мне их. И оставь меня одного. Ведет нас прямо на Новиград. Эй! Похоже, дождь собирается.
Это моровая дева. И теперь она на свободе. Какая-то девушка, цветы, похоже на часовню. Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Наверное, от прежней... Это еще мягко сказано. Да, с удовольствием.
Я снял проклятие с острова. И ты говоришь мне об этом только сейчас? Я же дала тебе ксеновокс. Дух Аннабель, дочки помещика. Чтобы освободить ее и весь остров, мне понадобилась помощь Грахама, возлюбленного Аннабель. Так все кончилось хорошо? Проклятие было снято, а душа Аннабель освободилась. Но оказалось, что она стала моровой девой. Грахам умер. Ты что, ничего не заметил? Ну ладно, главное, что проклятие с Коломницы снято. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь? Ну? Аннабель сказала, ты знала об этом? Я... Ну ладно. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня... Да. Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Почему нет? Если... Я пос... Спасибо. Ворожей хочет просить об услуге. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ворожей знал, что ты не откажешь. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Дайте мне покою! Ну что ж, как угодно. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Утопцы и водяная баба.
Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Красное из зубарана. Южный склон с привкусом черной смородины и цитруса. Куски мяса катаблепоса? Интересно, для какого такого заклинания? Я поврежден, но ничего магического я не чувствую. Человеческое. Не знать, как Кира это объяснит. Он не мог далеко уйти. И ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и Велен. Геральт, я... Я достал. Прекрасно. Теперь... Нагреешь вина с пряным? Я видел, что было в телеге. Может, скажешь, что ты задумал? Я лучше покажу. Ты меня заинтриговала. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Мне... Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Но куда она... Знаешь сказку о Золушке? Умоляю. Вернемся к... Но... Звучит заманчиво. Но перед отъездом... Превратишь тыкву? Нет. Превращ... Не кривись. Ну, давай. Тогда держись. Гвеллаглан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно.
На безрыбье и рак рыба. Ну все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пуд полегче. Ну да, но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Могла бы сказать, что тебе надо. Ну да, Геральт, смотайся-ка в лес и притащи мои покупки. Если б знал, что получу за это бокал сухого зубаранского, как мне фиг делать? Вот это да. Думаешь, ведьмаки питают? Примерно так. Ну, наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Как, если позволишь спросить? Верно, так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? И лаборатория. Надеюсь, ты все там сжег. Клетки. Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки. Хотя у Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Извини, я затронула такую мрачную тему. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? Но... Твоя сказка, твои проклятия. Правда? Тогда закрой глаза. Раз, два, три, четыре. Ну ладно, хватит. Кейра... Хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Тем лучше. Не придется возиться с застежками. Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зарекании?
Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвгани Навр. Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице. Свет в верхнем этаже башни. Ну как, ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Ты мной воспользовалась. Да что ты. Я воспользовалась случаем. Зная, что тебе просто нужны заметки Александера, я бы не стал снимать проклятие с Коломницы. Ну ладно, я вела себя не совсем честно. Но я же знала, что ты справишься. Ты вообще такой мужественный. Геральтик. Не дуйся, а то я подумаю, что я тебе разонравилась. И правда, ты мне не нравишься, потому что ты гнусная двуличная змея. О, Геральт, жаль, ты меня так не называл, когда мы трахались. Шутки в сторону. Зачем тебе эти заметки? Ты и правда думаешь, что можешь меня обругать, а потом так просто вернуться к мирной беседе? Прочь с глаз моих, покуда я не решила дать тебе урок хороших манер. Я уйду, только когда ты отдашь заметки. Значит, ты останешься здесь навсегда. А теперь... И как вы, блядь, не научитесь? Все могло кончиться иначе.